Добрый день, мои дорогие клиенты. Сегодня необычный видеоролик. Записывал я его вчера. Это у нас была суббота. На улице похолодало немножко. Народ зашевелился. Стали появляться очередя в меховые салоны. Вот. Так что сезон потихонечку к нам идет. Зимний. Шубка все-таки нужна нам к зиме. Не к весне, а к зиме. Вот, впереди остается у нас месяц до Нового года. А в Новый год, как правило, все желания, все пожелания исполняются. Вот, у многих у вас есть небольшая мечта. У женщин, у девушек. Приобрести себе меховую красавицу. Возможно, кто-то о ней мечтает уже год, два, три, а может быть, только сейчас задумался. Конечно, стоит все делать заранее и приглядывать заранее шубку. Возможно, получится так, что вам ее подарят, либо помогут ее купить. Я вас приглашаю в наш магазин «Меховой на Тверской» на левом берегу города Дубна. Прийти к нам, примерить разные фасоны, различные расцветки. В этом году у нас появилось очень много новых фасонов. Мы начали работать с новым мехом. Мех Нафа, аукционная норка. Довольно-таки приличный выбор различных фасонов и расцветок в этом мехе имеется. Более элитные меха. Потому что классический мех, да, он есть везде. Вот. Но у нас покупатели, как всегда, очень избалованы и хотят что-то такое, то, чего нигде нету. Вот. Ну, вот мы сделали линеечку. Расцветки есть различные. Черные, бордовые, зеленые тона, синие. Вот сейчас очень модные расцветки электрик. Можно посмотреть и такого уровня, такого класса шубы, не только в классическом мехе, но и немножечко другие. Вот, что я хочу вам сказать, вот, остается месяц. Если вы планируете приобрести шубку, либо кто-то ее вам подарить захочет, приходите сейчас, приценивайтесь. Мы подберем шубку, определимся с ценой, и будет у вас уже, так сказать, достаточно информации для того, чтобы подготавливать своих домашних, для того, чтобы вам сделали такой подарок. Увидимся в Меховом на Тверской. Приходите, будем делать примерки, будем считать, будем делать вам скидки. Особенно мы любим своих постоянных клиентов, подписчиков, участников группы. Приходите, буду рад вас видеть. Увидимся в Меховом на Тверской. Пока-пока.